Проверка прямо с порога, после записи в журнал посещений, измерение температуры. Все это охрана школы должна делать без напоминаний. Соблюдение контрольно-пропускного режима – один из критериев оценки готовности образовательного учреждения. Во-первых, это текущие ремонты, которые за счет бюджета Одинцовского городского округа. И какие школы, да, внесены в титул, и как он идет, и какие виды работ выполняются, и на какой стадии. То есть выполнение сроков контракта. В Одинцовском округе стартовала общественная приемка образовательных учреждений. Готовность школ к новому учебному году проверяют местные единороссы и представители родительского сообщества в рамках партийного проекта «Школа». Это и спортзал. И спортзал, и актовый зал, и музыкальный зал, и игровой зал, и игровой все на зал. Да. Здесь же проходит продленка, все, вот, все в общем в этом зале. Ну все здесь готово, ремонт здесь не делали. Готовность учреждений партийцы оценивают по чек-листу. Пунктов в нем много. Это не только ход ремонтных работ, но и укомплектованность библиотек, оснащенность техникой, наличие всей необходимой мебели и даже скорость интернета. Это оснащение спортивных залов в соответствии с образовательной программой учреждения. Следующий момент – это организация питания. Готовы ли столовые, все ли есть оборудование, хватает ли посадочных мест. Образовательные учреждения округа к учебному году готовы. В некоторых остается завершить ремонтные работы. Сроки зависят от контракта. Успеют подготовиться, и мы будем это держать на контроле. Поэтому те, кто где были небольшие замечания, мы на следующей неделе еще раз повторим свой выезд именно конкретно по выполнению ремонтных работ. Все требования по профилактике новой коронавирусной инфекции и других инфекций, естественно, выполняются в полном объеме. Во всех школах проводится термометрия, во всех школах турникеты существуют, во всех школах есть достаточное количество санитайзеров, маски, перчатки для тех, кто не может свои приобрести. Поэтому это радует. В этом учебном году свои двери для учеников распахнут 53 муниципальные школы. Все они прошли общественную проверку. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».